еще в октябре сметана была 54, стала 58. Но вот сейчас на нее акция. А вы видите зачеркнутую цену? Угу. Вот до вчерашнего дня она даже была 58, по-моему. Сейчас вот подняли и акцию сделали. Любимая сметана Натальи Юрьевны дорожает в геометрической прогрессии. Женщина говорит, что рост цен она, как пенсионер, конечно, стерпит, но только потому, что есть работа. Мне кажется странным, что каждую неделю сахар дорожает на рубль, на два. Вот это кажется странным, хотя у нас Черемновский завод свой. И это при том, что в прошлом году аграрии края получили рекордный урожай сахарной свеклы. Но базовые продукты действительно выросли в цене и по всей России. На это обратил внимание даже президент страны. А почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена, значит, и на внешний рынок пошло больше значительно, и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо. Владимир Путин поручил разобраться Кабмину, почему сахар, мука, масло и другие продукты бьют по карманам. В управлении ФАС по краю нам сообщили, что ежедневно мониторят цены на социально значимые товары. Кстати, скажу, что последний мониторинг, который мы проводили, у нас в Алтайском крае продукты питания, стоимость продуктов питания самая минимальная в стране. И все же продукты значительно подорожали, если сравнить сегодняшние цены с январскими, например. Если мы говорим о муке, возросла там первый сорт, самый ходовой, порядка 26%. Рост произошел. Цена средняя сахара, по которой мы получали от своих поставщиков, возросла в 2 раза. Яйцо подорожало. Это не то, что это даже непонятно все-таки. Январь усредненное, берем среднюю все-таки цену. Если было яйцо там 42 рубля, то сейчас уже к 65 оно подошло. После заявления президента Минпромторг решил заморозить цены на сахар и масло с 1 января. Но только в пределах Урала. Для Дальнего Востока и Сибири применят поправочные коэффициенты. То есть потолок у цен все же будет. То, что объявили в правительстве о снижении цен на социально значимые продукты только до Урала, это не означает, что за Уралом цены снижаться не будут. В правительстве пояснили о том, что будут введены поправочные коэффициенты. В некоторых наших торговых сетях уже цены снизились. Вчера «Пятерочка» объявила о том, что будут продавать социально значимые товары по закупочной цене. И цены там уже на сахар, муку, подсолнечное масло уже снизились. Что касается малого и среднего бизнеса, им будет намного сложнее, говорят эксперты. Розничные предприятия сильно зависимы от отпускных цен. Между прилавком магазина и сельхозпроизводителем очень много посредников. Есть большие затраты на логистику, содержание помещений. Сельхозпроизводители жалуются на пандемию и летнюю засуху. Второй момент. Сейчас, в принципе, да, производители, ну вот на примере сахара, да, имея на территории Алтайского края завод, мы не имеем возможности напрямую взять с завода сахар. Есть дистрибьюторы, которые непосредственно торгуют и на сегодняшний день торгуют в цене 46 рублей. Соответственно, закупая сахар по 46, мы не можем торговать сахаром по 46 рублей. Поэтому, по словам экспертов, уже ясно, что в ближайшее время руководству страны придется регулировать цены в ручном режиме. И еще ясно, что следующий год в экономическом плане будет не намного лучше. А значит, сметана Натальи Юрьевны уже никогда не будет прежней. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.